Всем привет, меня зовут Марина, и я рада вас видеть на моем YouTube-канале. Этот влог у нас начинается с небольшой распаковочки от Asos. Небольшая распаковочка. Давайте открывать эту коробку. Здесь должны быть зимние вещи. Я заказывала себе шубку специально. Класс. Я опущу. Так, здесь у меня платье. Я обязательно вам его покажу. Это платье на Новый год. Итак, ну что, платье я показывать на себе не буду. Оно мне однозначно малое. Могу сказать, что по качеству оно очень среднее. Здесь очень неприятный подклад. Размерная сетка тоже, я считаю, что не такая уж и хорошая, нехорошо подобрана, потому что я ношу 36 европейский размер, это 42-44 российский, и он мне однозначно мал, то есть я прикреплю фото, как это должно выглядеть на модели. У меня вот эти вот, я не знаю, это шлицы или что, они расходятся на ногах, то есть они нужны для шага, а у меня они при позе ровно расходятся на ляжках. Грубо говоря, может быть, это из-за того, что я качаюсь. Может быть. Но я не уверена. Вот. Так что я думаю, что просто размерная сетка не подходит. Второй раз перезаказывать я его однозначно не буду. Но планировала его надевать либо просто на прогулку, либо на Новый год. То есть оно такое прям классное, яркое. Цвет мне нравится, никаких вопросов к цвету нет. За такую цену, скорее всего, это очень хорошее платье из пайеток. Но имейте в виду, если у вас модельная внешность, если у вас полностью модельная фигура, вы, вот, я почти 90-60-90, и платье 36 размера мне мало. Чтобы вы понимали. То есть, если у вас намного меньше объемы, то, может быть, на вас будет прекрасно это платье сидеть. Что я еще хотела сказать по поводу этого платья? А, как планировала его носить? Планировала его носить с пиджаком оверсайз и с грубыми ботинками. Ну, приблизительно так же, как это и выглядит на модели на Asos. Ну что ж, очень жаль, что не подошло. Я на него очень большие планы имела. Планировала его много раз одеть и на выход, и на Новый год, и, может быть, еще куда-то. Ну, не повезло. Буду возвращать. Здесь есть вот такая вот специальная бирочка, которую нельзя отрывать. Потому что если ты ее оторвешь, нельзя будет его вернуть. Вот такая огромнейшая шубка Тедди. Очень надеюсь, что она толстенькая, потому что я планирую в ней ехать в Сибирь. Так, ну что, вот такая вот шубка. Слушайте, ну мне очень нравится. Если честно, мне нравится длина, потому что она мне практически по щиколотку. Мне нравится ее толщина. Очень даже неплохая. Это, конечно, не Макс Мара. Но это и не копия Макс Мары. Это фирма River Island. Цена 110 евро. Слушайте, ну я прям могу сказать, что я в восторге от шубки. Она довольно-таки теплая. Конечно, на сибирскую зиму сюда однозначно нужно поддевать что-то. Например, какой-то либо свитшот, либо что-то еще шерстяное, тепленькое. Но здесь довольно-таки широкие рукава. Это размер S. Она двуборная. То есть так вот она застегивается. Не буду застегивать на ту вторую пуговицу. Смотрится, ну, на мой взгляд, очень неплохо. Я люблю оверсайз. Мне нравится, когда все такое, знаете, большое, крупное. Когда можно нарядиться как капуста. Полностью многослойный образ. Поэтому я более чем довольна. Пишите в комментариях, как вам шубейка. Я обязательно приложу все ссылочки. Скоро будет черная пятница, а на Асосе уже действуют скидки, поэтому это отличный, невероятно отличный вариант, прекрасно сэкономить и прикупить себе что-нибудь новенькое. Еще что мне пришло, это очки. Я очень давно хотела именно эти очки. Наверное, я еще не готова взять более дорогую оправу, именно поэтому взяла на Asos. Кстати, это не первые очки именно с Asos, мне нравится их качество, вполне хорошее за ту цену, которую они предлагают. Так, ну что, как раз на зиму. Не знаю, если я не вижу, но
Как вам? Слушайте, по-моему, супер. Вообще, мне кажется, мне очень идет такая оправа. И, собственно говоря, как раз таки, когда ты еще не готов брать дорогую оправу, то есть там в районе 200 евро и так далее, и выше, в этом случае можно купить на Асосе за 5, там, за 10 евро, и она будет отлично носиться, посмотреть, как вообще будет в этой оправе жизнь. И если уже она уживается, если вы ее постоянно носите, понимаете, что это очень рентабельная покупка, то в этом случае уже можно, конечно, купить более дорогую. Ну что, пишите в комментариях, как вам оправа. Мне кажется, очень красиво, мне прям идет такие. И очки. Я, кстати, эти очки покупала как раз-таки непосредственно для вот этой шубы, чтобы был такой зимний лучок. Мне кажется, идеально подходит и идеально смотрится. Вам как? Носки мужу, кстати, нам очень нравится заказывать носки именно на Asos, потому что они хорошего качества, здесь всегда 100% хлопок. Но, опять-таки, обязательно уточняйте, смотрите информацию. Классные носки, классно носятся, долго носятся, редко вытираются. Отличный вариант. Кстати, смотрите, сейчас я их распакую, они такие интересные. В общем, здесь фишка в том, что на каждом носке есть смайлик, и ты его одеваешь в зависимости от своего настроения. Очень классно. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы посмотрели этот влог. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, пальчик вверх и просматривайте мои видео. Я очень надеюсь, что они вам нравятся. Еще раз огромное спасибо и пока-пока. Увидимся совсем скоро.